неудачно основана немецкими переселенцами в 1905 году. В 1937 многие подверглись репрессиям, расстрелам и гонениям. С 1946 по 1956 годы неудачно считалось специальным поселением. Выезжать за пределы села можно было только с разрешения коменданта. До 1989 года немцы составляли 99% жителей неудачно, а сегодня их в селе меньше половины. В 1995 году построили дом культуры и установили башенные часы-куранты. Автор – почетный гражданин татарского района Абрам Яковлевич Штефен. На территории поселения функционируют школа, детский сад, магазины, ФАП, филиал русско-немецкого дома, молодежный центр, а также два молельных дома – баптистов-евангелистов и меннонитов. В 2020 году неудачно отмечает 115-летний юбилей села и 110-летие школы.